Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп. Давид, привітаю вас, рада вітати. Здравствуйте, Лена Вдейна. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підписуватися на канал «Січас», так само підтримувати це важливе актуальне відео своєю вподобайкою, поширенням, ну і безумовно коментарем. Таким чином ви сприятимете популяризації цього відео. Давид, главная тема минувших выходных – это возможная атака со стороны Ирана по военным объектам Израиля и США в этом регионе. И вот Израиль и США сейчас в состоянии повышенной боевой готовности. При этом Тегеран призывает США отойти в сторону, пока он готовит ответ после удара по своему консульству в Сирии. Ну и активизировалась Хизбалла, которая, по данным Блумберга, предупреждает Израиль о том, что готова к войне. Что сейчас происходит? Насколько высок уровень эскалации? Может ли Тегеран начать большую войну? Для начала чуть-чуть о хронологии событий. Удар, который имел место в Дамаске, он был не по консульству Ирана, а в Сирии. Это хоть и деталь формальная, но тем не менее. Это было здание, прилегающее к посольству Ирана. Да, на нем висела вывеска «Консульский отдел посольства». Но, по сути, это был штаб корпуса стражи исламской революции, где сидели высшие командиры этой структуры, ответственные за Сирию и Ливан, и ответственные за террористические акты против Израиля, снабжение террористов оружием, я имею в виду террористов Хизбаллы, проиранских группировок в Иране, в Ираке и в Сирии, которые на непрерывной основе обстреливают Израиль. Ну, естественно, они же ответственны за организацию терактов за рубежом, я имею в виду конкретно это подразделение корпуса стражи исламской революции под названием КОДС, кстати, Иерусалим, с таким красноречивым названием, подразумевает, куда и на что они нацелены. Кстати, в их активе, в их и Хизбаллы активе, в том числе и охота на израильских дипломатов, и взрывы, в том числе взрывы израильского посольства в Аргентине, например, еще в 90-е годы, и дальше очень обширный кровавый путь. Израильских граждан на их совести хватает, в том числе и в последние месяцы, и масса, если не сказать, десятки тысяч граждан соседних стран. Значит, по сути, этот штаб был атакован неизвестно кем, однако, в общем, несложно догадаться, ни один дипломат не погиб, все погибшие это офицеры корпуса стражи исламской революции, их сирийские и ливанские союзники. Но, однако, во главе этой структуры в Сирии и Ливане стоял человек по фамилии Захиди. Он, это второе генеральское звание у него. Это один из высших чинов вообще в иранских силовых структурах. И этот удар для Ирана стал очень тяжелым. Тут нет никаких сомнений. В последние месяцы Израиль придерживался, скажем так, принято считать, что Израиль придерживался тактики и стратегии, согласно которой Иран должен платить за то, что он делает руками своих союзников, поставляет им оружие, отдает им приказы атаковать Израиль, однако при этом старается остаться в стороне. Естественно, было бы неправильно дать Ирану оставаться в стороне. И, в общем-то, в последние месяцы был предпринят ряд атак, в рамках которых несколько высокопоставленных офицеров корпуса стражи исламской революции были ликвидированы в Сирии. Но вот эта атака, она была уже такого качественного иного уровня, и к ней вот этот элемент наличия, скажем так, дипломатического фактора, заметим в скобках, что это отнюдь не посольство Ирана в Израиле, это посольство Ирана, воюющей с Израилем страны, которая находится в воюющей с Израилем стране, и за безопасность этого посольства, естественно, отвечает отнюдь не Израиль, а собственно, Сирия. И главное другое. Главное то, что делается в здании возле посольства, а не какие-то формальные определения. Никто не должен позволять убивать израильских граждан и прикрываться при этом какими-то посольскими заборами. Так вот, шаг был сделан, шаг был правильный, на мой взгляд. Но Иран, естественно, намерен прореагировать. На Ближнем Востоке тех, кто не реагирует на сильные удары, принято считать слабаками, а это ни к чему хорошему не приводит. Причем как со стороны союзников, так и со стороны противников. Союзники могут отвернуться или начать задавать вопросы,
противники могут решить, что стоит тогда вас бить еще больше. Это очень простая логика. И в соответствии с ней Иран, скорее всего, будет действовать. Вопрос другой, что ему выгодно ли ему большая война против Израиля. Вся логика говорит, что нет, потому что есть о чем пожалеть Ирану, мягко говоря, если такая война начнется. Более того, есть риски определенные, что в случае масштабного обмена ударами как-то и Соединенные Штаты окажутся замешаны. И при здравом размышлении, опять-таки пытаясь себя поставить на точку зрения иранцев, это для них вообще смерти подобно. С другой стороны, нельзя знать, логика противника, она всегда особенная, можно считать, что ты ее понимаешь, но уверенным на 100% быть нельзя. Израиль в этом убедился, в том числе 7 октября. Более того, бывает неконтролируемый ход развития событий, когда вроде бы обе стороны не очень-то хотят, но обмен ударами приходит к некой точке безвозврата. Поэтому я бы сказал так, в инициативном порядке совсем большую войну начинать им не с руки, однако уверенным нельзя быть на 100%. По американцам бить им тоже не с руки, своими руками, максимум по чуть-чуть чужими руками, то, что они делали на протяжении многих месяцев, однако здесь точно знать нельзя. По Израилю, однако, они могут нанести удар либо чужими руками, либо собственными. Видится, что это будет ограниченный удар, однако посмотрим. Но что-то будет. Как это может выглядеть? Это может быть удар, собственно, с иранской территории ракетами баллистическими, крылатыми, беспилотниками. Это может быть удар с территории своих прокси, то есть это, например, из Сирии или из Ирака, или из Йемена. Но тогда это будет в меньшей степени выглядеть как иранская месть. Это может быть классический террор, к которому они всегда прибегали. Охота на израильских дипломатов, на израильских туристов за рубежом, на, собственно, посольство. Но такую операцию, если она не была заранее подготовлена, особенно, например, атака посольства, ее сложно осуществить сразу, в течение считанных дней. То есть это требует длительной подготовки, ячейки, взрывчатка, оружие, кто где что. Так что здесь, опять-таки, можно ожидать отдаленной реакции, хотя нельзя исключать и ближнюю. Ну и, наконец, возможные удары по транспортным судам, которые имеют хоть какое-то отношение к Израилю, по мнению Ирана. Такого рода действия Иран уже предпринимал в Индийском океане и в районе Персидского залива, наподобие того, что делают хуситы. Что касается Хизбаллы, то Хизбалла как раз активность не повышала. Хизбалла избегает как раз резкого повышения активности. Обмен ударами с Хизбаллой идет на прежнем уровне. Заявление о том, что она готова к войне, это обычное заявление, обычное хвалебное заявление ее лидеров. Тут ничего нового и близко не было, так что никакого сообщения Блумберга нет, ни малейшей новости. Все, что от Хизбаллы можно было услышать, сказал ее лидер Хасан Насралла, именно в том духе, что мы готовы к войне, если что. Ну, в общем, опять-таки, ситуация напряжена, и есть определенное повышение готовности в израильской армии и в американском контингенте на Ближнем Востоке. Иранская месть в той или иной степени, видимо, неизбежна. Посмотрим, какой она примет характер. Вот относительно Соединенных Штатов, вот этого призыва Тегерана отойти в сторону и, ну, якобы потому, что вот будут они наносить удары. В администрации президента Ирана сказали о том, что такое письменное послание было в адрес Вашингтона, и якобы в ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям. Это версия администрации президента Ирана. США это все не комментируют. Как это расценивают? Ну, то, что американцы, безусловно, не хотят быть замешанными в этот обмен ударами, не зря сразу после удара по штабу корпуса стражи исламской революции в Дамаске, они поспешили сообщить иранцам, что не имеют к этому никакого отношения. И даже вообще, администрация официально сообщила, что узнала об этом в самый последний момент. То есть ей сообщили, когда самолеты были уже в пути, даже не сказали, почем собираются бить. То есть, естественно, желание американцев, политика администрации Байдена в отношении Ирана традиционно осторожная, традиционно исходит из принципа «лишь бы не было войны, кабы чего не вышло».
И это, в общем-то, ее вполне прямое логичное продолжение. Можно, кому-то эта политика нравится, кому-то нет. Я просто констатирую факты. Они, конечно же, хотят отстраниться. Что было на самом деле в посланиях между, что иранцы сообщили американцам и что американцы ответили, сложно сказать. Я не исключаю, что эта изложенная версия верна. Хотя не склонен доверять иранцам, тем не менее исключать этого нельзя именно в свете понимания американской политики. Иранцы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы быть уверенными, что если они как-то сцепляются с Израилем, то уменьшить вероятность вмешательства Соединенных Штатов, это, безусловно, их, в данном случае их интерес. Ну а как оно там было на кулуарном уровне, я же говорю, сказать сложно, тем более... Вашингтон официально не подтверждает, что, впрочем, не означает, что этого не было. Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа. Такие сообщения появились в СМИ. Какова обстановка по состоянию на сейчас? Что происходит? И вот развитие событий именно в таком ключе – это результат чего? Тут ситуация, что происходит, значит, ситуация следующая. На момент до этого самого отвода армия действовала следующим образом. Значит, если посмотреть географически на карту сектора Газа, то северная часть сектора Газа с одноименным городом и таким городом-мегаполисом огромным, где, собственно, в начале и происходила первая фаза сухопутной операции, вот эта северная часть отрезана от центральной и южной таким вот коридором, в Израиле его называют коридор Нецарим, который контролирует израильская армия. То есть буквально вот поперек отрезана. При этом таким образом те, кто там, те, кто в северной части находится, а там хоть и прошла вся операция общевойсковая, но естественно как минимум несколько тысяч террористов там расселись по этой, они не могут уйти на юг и в центр, хотя могут, конечно, это сделать, сделав вид, что они мирные граждане, а зато местные жители, которые ранее ушли с севера на центр и на юг, не могут вернуться на данный момент. И это очень важный момент. Однако на севере осталось от 100 до 150 тысяч из первоначального миллиона. Кроме этого, армия активно действовала в плане на уровне зачисток, в том самом южном городе Хан-Юнес, где тоже уже была осуществлена общевойсковая масштабная операция. И вот она ее завершила полностью, в том числе закончила зачисточные мероприятия на данный момент, и войска выведены. Таким образом, мы имеем как бы под полным контролем Израиля вот этот отрезающий коридор и несколько участков вдоль границы такой буферной зоны. Вдоль границы, там речь идет о нескольких сот метров до километра, вот на протяжении этих участков. На северной части Газы, кроме того, что Израиль отрезал вот эту вот, этот мегаполис с остальными населенными пунктами, Израиль регулярно после общевойсковой операции проводил там рейды. Так как структура Хамаса в этих местах, как полноценная военная структура, сломлена, то эти рейды проводились достаточно легко. То есть там, где раньше нужно было несколько дней дивизии добираться с тяжелыми боями, сегодня это в буквальном смысле 20 минут и для усиленного батальона. Вот. И, собственно, такой вариант планируется в Хан-Юнесе, откуда вышли сегодня. Вывод оттуда войск из Хан-Юнеса связан с тем, что в том виде, в каком он до сих пор вел, эта операция себя исчерпала в этом месте. Как раз американское давление касательно вывода из Хан-Юнеса к делу отношения не имеет. Я это знаю достаточно доподлинно. В Хан-Юнес исчерпано вот то, что делали в течение многих-многих недель после того, как сломлена основная структура Хамаса. И далее остается самый важный вопрос. Несмотря на израильско-американское давление, для того, чтобы добить именно организованную инфраструктуру Хамаса, необходимо провести масштабную операцию в городе Рафех. Самый южный город, последний оплот основной. Есть еще один второстепенный оплот Хамаса в центре. Но вот это главное, причем здесь фактор границы с Египтом и фактор контрабанды из Египта особенно важен. Там находится последняя недобитая бригада Хамаса, и там находятся сбежавшие туда террористы, вероятно, и члены руководства Хамаса тоже. И, видимо, большинство заложников. Так вот,
без этого необходимого решения цели операции, которые Израиль поставил, уничтожение властной военной структуры Хамаса, остаются плохо достижимы. И сегодня, когда священный для мусульман месяц Рамадан вот-вот закончится, больше отговорок у израильского правительства, кроме давления международного и тому подобное, становится меньше. Поэтому все упирается в то, что будет, что произойдет. Будет ли решение, если да, то когда? Время не работает на нас, мы очень сильно потеряли немного времени, можно говорить о месяцах, потому что, несмотря на важность операции в Хан-Юнисе и в северной части Газы по зачистке, шага вперед вот этого важнейшего парапеху по разного рода причинам не делают. Ну и, наконец, еще важный момент. Фоном для этого являются переговоры по сделке заложников, которые до сих пор месяцами не продвигаются. И ситуация на севере, где предстоит решить, что делать с Хизбаллой. Либо будет важное политическое решение, я имею в виду нормальное политическое решение этой ситуации, во что мне сложно поверить. Либо нам попытаются продать псевдополитическое, псевдорешение политическое, что будет очень плохо. Либо нужно силовым путем это решение навязывать. Погода улучшилась. В Газе сегодня задействовано очень мало сил, мизер. Кроме вот этих контролирующих коридор и зоны, осуществляющие рейды на эти территории и зоны приграничные. Погода, как я уже говорю, для действий, в том числе и в Ливане, улучшается. Месяц Рамадан, для кого это служило отговоркой, заканчивается. Пришло время решений по трем важным вопросам. Добивание Хамаса в Рафиахе, возможно, сделка по обмену заложников, что наложит отпечаток, естественно, на тот или иной момент. И Ливан. Время не работает на нас, и несмотря на давление, когда речь идет о важнейших вопросах национальной безопасности, судьбоносных, для того и правительство избирается, чтобы решать. Ну а если решать не будет, то ничего хорошего нас не ждет. Вот, кстати, о политических и псевдополитических решениях, о которых вы заговорили. А что это означать будет? И какова судьба тогда, если такие решения будут приниматься, правительство Нетаньяху? Если решения не будут приниматься в нужном, как я это вижу, контексте, я имею в виду, если война будет вот так вот, ну, я не хочу говорить слово «слита», это неверно, но если не доведут дело до конца в Газе, если не будет того, что надо, решение в Ливане, то мне, и все это на фоне возможной сделки, я не вижу, каким образом правительство может продолжать пользоваться базисной поддержкой в этом случае, в этом гипотетическом случае, потому что те, кто являлся противником этого правительства, они таковыми остаются. Более того, неудовлетворительные результаты войны, естественно, добавят здесь немало веса, кроме других причин, по которым эти люди не воспринимали правительство. Те же, кто был готов дождаться результата войны или поддерживал, многие из них, естественно, многие очень зададутся вопросами, а те ли это результаты, о которых мы ждали, и что нам нужно. Однако, я бы не торопился с выводами. Время для принятия решений его немного, но принять решение можно. И то, что вывели войска из Хан-Юниса, само по себе ничего не значит. Это всего лишь тактика. Стратегические решения принять можно. Ну а если их принято не будет, ну значит и политический результат в ближайшей перспективе, видимо, тоже проявится. Кстати, Wall Street Journal пишет о том, что директор ЦРУ сейчас приехал в Египет для переговоров между Израилем и Хамасом. Эти переговоры зашли в тупик, и вот сейчас, по данным издания, Уильям Бёрнс должен встретиться с египетскими и катарскими посредниками, которые работают над переговорами. Как вы можете прокомментировать? Они из тупика не выходили до сих пор уже много месяцев. Переговоры происходят в следующем духе. Естественно, главы израильских спецслужб Уильям Бёрнс, а также премьер-министр Катара, глава египетской спецслужбы, на регулярной основе переговариваются, встречаются то в Дохе, то в Каире. Постепенно требованиям Хамаса, скажем так, есть некие главные требования Хамаса, это прекращение войны полной и уход в том израильской армии, в том числе из того коридора, о котором я говорил, контролируемо, допуск всех жителей Газы на север,
и так далее, и так далее. В общем, то, что для Израиля не должно быть абсолютно неприемлемо. Это не считая очень длительных прекращений огня, которые как раз Израиль теоретически согласился. Однако Израиль не соглашался до сих пор на прекращение войны и тому подобные требования. И, собственно, в это все упирается. Кроме того, конечно, есть требования об освобождении террористов, которые до сих пор, как было принято считать, Израиль не готов освободить, в том числе люди, которых осуждены на десятки пожизненных заключений за убийство десятков израильских граждан и так далее, и так далее. Включая, конечно, тех, кто участвовал в бойне 7 октября. Сложно предположить, что Хамас их захочет оставить в израильской тюрьме, но это даже вторично. Речь идет о прекращении войны. Поэтому до сих пор Хамас, видя, какое давление есть на израильское правительство внутри, от семей заложников и от интересантов политических, а с другой стороны, видя то, что американцы давят на Израиль тяжелейшим образом и требуют прекращения огня, соответственно, и заключения той самой сделки, значит, они не чувствуют, что им есть куда торопиться. И то, что Израиль не решился до сих пор атаковать Рафех. Поэтому они тянут время, считая, что чем больше ждать, тем больше будут результаты. И в любом случае хуже для них только не будет, а страдания собственных граждан и какие-то потери для них мелочи в таком стратегическом размене. Так что все продолжается уже месяцами, и посмотрим, что в ближайшие дни даст вот этот вот очередной раунд в Каире. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Давид, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к этому стриму. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Спасибо, всего наилучшего и традиционно побольше хороших новостей всем нашим зрителям. Благодарю, Давид. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Традиционно наших зрителей призываю не забывать подписываться на канал сейчас. Также распространяйте это видео, комментируйте его и поддерживайте своим лайком.